угадываем композиции. Да. Поехали. Пять минут назад фараон. Фараон, короче. Пять минут назад. Мультибренды же скриптонит. Рам-баша-рам. Я не знаю. Да мамин любимый, любимчик. Не могила русских искры. Да, ну уже 8 секунд. Нот не слышно, Максим уже как-то определил. Да. На самом деле будет что-то там. Даже скорость скверти пока хожа. Тут было много хайпа появилось. Ну и кайф фараон. Угу. Yes. Yes. Давай. Тима белорусский в мокрые кросы. Пересадил маму на эту песню. Тоже слушаю теперь. Так. Я подготовилась так к следующей песне. Тима белорус не забыла. А, блин. Полосы. Все. Мой. Мой. Помните, я не знаю. ЛСП тело. Есть. Москва дышит. Угу. Не начать петь, я уже угадал, да? Да. Ребята. Yes. Блин. Болеешь, может быть. Это Господь, откуда ты дашь? Эту песню мы заслушали до дыр. Пусти, пусти за меня на танцпол. Я не знаю. Оптимист Макс Корж. Макс, можно на эти, как в школе, викторины, на викторину идти. Угадай мелодию современную. Бадабум, бадабэк, бадабум, бадабум, я дядь. Все честно, он не, не подсматривает, все угадывает. Ну вы даже видите. Ну все, какую песню споешь? Сейчас Максим вам песенку подпоет.
что не на столе, это мой косяк. Такого убьет меня когда-нибудь, но не сейчас. Он большие бутылки, мозги. Тоже пытаюсь жить и любить. Вода вижу только от жизни. У нет машины, одежды. Разбито, как и все в этом мире. И мы сопят, падаем в мир. Это же... Ну все, да? Прощаемся.